В начале февраля на стадионе ТЭМ прошел матч между двумя лидерами турнирной таблицы городского чемпионата по хоккею. Уже с первых минут игры команда «Урал» взяла инициативу по владению шайбой на себя. Хорошая игра, что ребята мастеровиты, интересно играть на скоростях, поэтому принципиально, можно сказать, соперник в прошлом году сели в кубок в финале, поэтому сильно все расстраиваюсь, в принципе, серьезно. А так, каждая команда серьезно, со всеми настраиваемся на то, как она. Молодцы, все потащили. В первом матче игроки «Урала» проиграли диску со счетом 4-3. В этот раз первая команда лидировала со счетом 6-2. В первом матче мы проиграли, у нас состав не полностью собрался. Все понятно, побеждать все равно сильнейший. Тут, в принципе, за счет движения, наверное, где-то по хладнокровнее, может быть, сыграли с моментами. Свои моменты реализовали. У нас ворочек потащил, защитники молодцы. Строго сыграли в обороне, ну и нападающие свои реализовали моменты. А 6 февраля команда победителя встретилась на льду с командой «Горняк». И вновь «Урал» выиграл со счетом 10-1.